С добрым утром, друзья! С добрым прекрасным мартовским утром! Сегодня 19 марта, и мое новое путешествие по Абхазии. Как я люблю говорить, маленькое путешествие по большой стране. Мы пересекли границу за моими, вот, за мной, точнее, осталась граница. Я нахожусь в поселке Псов, и сейчас нас встречает наш приятель Хымса на машине. Долго проходили границу, потому что перед нами была группа, но, слава богу, мы прошли. Так, мы планировали поехать на электричке, но у нас не получилось, не было мест, и сейчас мы решили поехать на автобусе. Вчера вечером мы отправились из Анапы на автобусе. Утром приехали в Сочи. Из Сочи мы доехали до Адлера. И сейчас мы пересекли границу. Оставайтесь на канале «Планета Земля». Подписывайтесь. Наше новое путешествие по Абхазии начинается. Открываем второй сезон Абхазии. Первая наша остановка. Цандрыпс. И мы спускаемся вот по такой, ой, узенькой тропиночке к белым скалам. Вот где-то они там внизу. Направо поворачивай. Тут будет легче спускаться, да. А мы туда пройдем. Тут просто дорожка, еще ниже, ниже и по дорожке. Вот они, знаменитые белые скалы. Необычные. Ну, сколько мы по Абхазии в том году отдыхали. А вы помните, друзья, Абхазия, первый сезон. Кому интересно Абхазия, смотрите на моем канале. Направо едешь еще ниже, и все, и будет песок. Мы никак сюда не могли доехать. Ну, сегодня пасмурно. Смотрите, какие они необычные. Очень скользко. И какое здесь море бирюзовое. Сейчас нога где-нибудь зацепится или где-нибудь застряну. Вот они, знаменитые белые скалы. Ох, наконец-то я добралась до красоты, до этой. Смотрите, как необычно. И сейчас можно туда пройти еще подальше. Идем, Ирин, пока волны нет. Со мной путешествует моя новая знакомая. Мы с ней познакомились в Крыму. И вот решили вместе провести время. Смотрите, как необычно. Ирин, вот очень будет хорошая фотография. Так, тут тупик, мы не... Ой, мы не пройдем, да, надо подниматься. А с этой стороны серо-белые. Вы посмотрите, как будто друг на друга этажами. Один, второй, третий. Обрыв. Ой, и тут обрыв. И вот мы оттуда поднимались.
Очень интересное, живописное место. Такого места больше по Абхазии я не видела. Так, ну а теперь мне нужно как-то выбраться, да? Еще выше поднялась. А тут, наверное, шашлычное летом. Пасмурно сегодня. Время 9:00, наверное. Сейчас посмотрю, сколько время. 9:10. Долго границу проходили. Ну и мы поднимаемся наверх. Я буду, друзья, вашим экскурсоводом на всю эту неделю. Все, что нравится мне, буду показывать вам. Это наша первая остановка. Это недалеко, сразу от границы. Поселочек, который я вам показывала. Сандрыпш. Поселок. И вот эта вот тропиночка, которая ведет вниз к этим скалам. Ну, а мы едем дальше по трассе, которую, кстати, сделали наши российские граждане. Вот эта вся дорога сделана нашей Россией и провели по всей дороге электричество. Это я вам еще говорила в прошлом году, когда в феврале мы отдыхали. Мы продолжаем свой путь от границы до Гагров. Гагра еще впереди. Вот такая вот тут смотровая площадочка. Вот смотрите, друзья, мы уже почти заехали. Чуть-чуть осталось. Дождь моросит. На границе очень много людей было. С этой стороны видно. Вот. Ну а вот так нас встречает наш друг Хамса. И тут так еще друзей встречают. Машина приехала. Вот эта вот барная стойка. Видите, бутылочка коньячка, мандаринчики, стаканчики. Остановились тоже. Будут встречать своих друзей. Ой, ну туман какой над городом. И над, смотрите, как видно над горами. Вот, друзья, обратите внимание, наверху, вот где уже новая крыша, вот в прошлый сезон и в этот сезон я планировала туда подняться, там замок был. Кусочки его будут видны, мы уже вот в Гагру заезжаем. Но вот Хамса говорит, все там выкупили, и уже собаки бегают, то есть на территорию нас не пускают. Про этого принца я рассказывала вам в прошлом сезоне. Вот только с левой стороны. Ирин, смотри, с левой стороны вот его руины. Ну, я думаю, отремонтируют. Чуть помедленнее. Я немножко вот тут. Видно будет? Да, видно. Нет, не видно. Все, ладно. Ну, там чуть-чуть было видно. Ну, а мы уже въехали в Гагру. Старая Гагра. Смотрите, какая природа. Тепло. Сегодня у нас 19 марта 2021 год. Шикарный дом там. Ну, друзья, мы уже приехали в Гагру. Мы гуляем по старой Гагре. И с Ириной направляемся в знаменитый дом. Сейчас он ресторан Гагрипш, который был построен без одного гвоздя. Привезен из Европы, прожил почти 200 лет, поменял очень много хозяев, ну, дожил до наших лет.
птички поют. Группа, которая была на границе, Ирина, она, смотри, следует по нашему маршруту. Вот опять эти дети. Ну, на сегодняшний день это крутой ресторан, это визитная карточка городка. Любимое место туристов. Вот видите, с левой стороны группы, которые приехали с Ялты. Ну, а мы гуляем сами. Время уже 10:30. Сейчас погуляем, посмотрим. Может быть, зайдем в ресторан.